удалось отвлечься вообще, вот сейчас вы едете, возвращаетесь в монетку? Ну, конечно, наверное. Да. Все ли удалось, я думаю. А, как вы себя ощущаете в конце сезона? То есть, может, ну, вы говорили, да, что не готовы еще на 100%. Успеете к плей-офф? Ну, я надеюсь, но до плей-оффа, мне кажется, у нас еще много времени, чтобы полностью восстановиться, наверное, и набрать, которая нужна. У нас, наверное, уже не будет шансов потом спросить про переговоры о контракте. То есть вы вообще их не ведете в этом сезоне? Но, или... Ну, давайте, я, как бы они есть разговоры, но я бы не хотел сейчас ничего говорить. Давайте, как бы, когда это все случится, вы узнаете. Ну, я имею в виду, что хотите остаться в моменте, по крайней мере, такое желание есть, чтобы не менять. Вы всего два клуба поменяли. Я надеюсь, что я останусь в моменте. Ну, и сыграете с сыном, да? Ну, это уже второй вопрос. Сначала нужно остаться. Он вообще, кстати, как сейчас себя чувствует и когда его ждать там, на уровне КХЛ? Ну, блин, тяжело сказать, я не знаю. Я хочу, чтобы он как можно быстрее там появился, но это же все-таки спорт и довольно много хоккеистов, которые хотят играть в КХЛ, скажем так. У него талант вот отцовский забивать. Есть вот это чувство голевое у отца? Я надеюсь, что оно есть. Ну, они вот в том же виде, что он, когда он играет, он забивает. Какого он забивает? Ну, он забивает, но не настолько, как бы мне хотелось. Есть куда расти, да? Да. Все, спасибо большое. Все.